Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам показать покупки по распродаже. Сейчас у нас действует распродажа. Наверное, вас так возьму, не знаю, в кадр попадаю или нет. Если вы делаете заказ на 300 рублей, то вы можете заказать детскую одежду со скидкой 65%. Там есть списки на втором шаге оформления заказа. И платье, независимо от размера, есть платье за 1000 рублей и есть платье за 1300 рублей. Со скидкой консультанта там буквально получается 800 рублей платье и 1040 рублей. Я не в курсе, есть ли какие-то сроки по этой распродаже, сколько она продлится, потому что меня чаще всего задают вопросы. Этой распродажи нет в каталоге, поэтому я так думаю, она будет либо до конца 12-го каталога, либо по факту исчезновения одежды. А, например, детская улетает в лед. Но сейчас я вам быстренько покажу модельки. Заказала вот такую вот лично себе на 1,64 м. То есть есть детская одежда, которая, допустим, мне она нравится, которую можно заказать себе, потому что ростовка идет до 170 размера. Учитывая, что я 1,61 м, поэтому, соответственно, мне эта одежда как раз лекала, и модельки, они такие, ну, естественно, с принтом детским. Вот. Но есть и вещи, которые, на мой взгляд, стоят внимания. Вот такую вот себе заказала кофточку, она немножко мне большеватая в размере, но не по росту, по росту она мне нормально подошла. Я 1,61 м, она 1,64 м, но она мне широковатая немножко, хотя вот Сашка сказала, что ничего тебе, очень хорошо, но я думаю, что для беременяшки как раз она подойдет. Я ее оставлю в любом случае, вот эту вот кофточку, потому что она мне очень понравилась, это хлопчатобумажная ткань. Это, по-моему, у нас 100% хлопок. Да, 100% хлопок. Принт мне очень понравился. Но и цена. Цена 280 рублей. Можете себе представить, сейчас натуральную ткань за такую цену не найдете. Мне нужно ее померить с шортами, либо с джинсами, чтобы определиться. А так как у меня ничего не было, поэтому с собой. Поэтому вот пока только думаю. Но, опять же, говорю, для беременяшек вообще отличная вещь. Когда появится животик, например, то будет круто, потому что она разлетайка такая трапециевидная, и она будет и скрадывать животик, и для беременных тоже вещи, они очень дорогие. Следующая моделька, это я уже заказала своему племяннику, либо брату, это кому из них подойдет. Больше всего, вот толстовка, это стоит всего лишь 560 рублей. Морской тематики выполнено, здесь вот таких вот два кармашика, эмблема. Мне вот это вот очень-очень понравилось. Капюшон, который, ну, не отстегивается, но здесь вот есть такие вот пуговки. Конечно, больше такой ребяческий стиль, подростковый. Брат мне все-таки постарше, но она очень хорошего качества. Она тоже, насколько я помню, 100% хлопок. Да, 100% хлопок. И достаточно такая плотная ткань. Это не трехнить, то есть это не с начесом, но на прохладные вечера, летние, осенние очень даже подойдет. Следующая вещь, это я не себе заказывала, но тоже решила вам показать, потому что тоже на нее, тоже, сколько слов паразитов. На нее я положила глаз, обратила внимание, это свитшоты, их называют, модное у них такое название. 100% хлопок вверх. И вторая ткань 80% хлопок и 20% полиэстера. 152 размера. Вполне можно себе такую же вещь заказать. По ценам я не помню, по-моему, 400 рублей точно такая же стоит. И заказала я еще платье 54 размера и 56 размера. Сейчас они тоже на распродаже. Конкретно вот это вот стоит 800 рублей, причем независимо от размера. Заказала на всякий случай два. И какой из них подойдет моей маме? То есть я заказала маме. Приеду, мы с ней померим, если вдруг не подойдет, у Фаберлик есть возможность возврата в течение 3 недель. Не подходит, просто возвращаете, и все, деньги вам возвращают на счет. Мне нравится качество этого платья, несмотря на то, что это синтетика, как написано, полиэстер, но она такая, знаете, вот обманчивая, то есть не совсем даже понятно с первого раза. Я когда получила, и щупала, и трогала ее, мне показалось, что это натуральная ткань, больше похожа на вискозу, но она такой вот плотный достаточно вискозу. Мне очень нравится и крой этого платья, и длина, скрадывает полноту, то есть таким образом скроено, что если у вас, допустим, будет животик, это будет как-то более-менее все это скрываться. Если ей подойдет размер, то я думаю, мы закажем ей и другой расцветки, потому что там есть еще и фиолетовый, и синий расцветки. Ну, нам обоим понравилось, кстати, малиновый. Я когда ей озвучила, она вживую не видела, она сказала, возьми мне малиновый. Так что мы будем ходить, фамилия у нас лоб будет, как мама с дочкой. Не как мама с дочкой, но очень модняво будем смотреться. И потом я, наверное, фотку вам все-таки сюда вставлю, не буду монтировать это видео.
И хочу вам еще показать новинки 12-го каталога. Это шторка для ванной с креплениями. Более-менее хорошего качества, насколько я знаю, шторки стоят около 1000 рублей. Поэтому наша цена не такая уж и дорогая. Я не помню, сколько, на сайте посмотрите. И коврики. Коврик мне тоже понравился. Тем, что здесь поролоновая такая мягкая ткань, то есть приятно, удобно остановиться ногами после душа. Я не люблю резиновые коврики, люблю такое вот приятное к телу вещи. Не люблю, например, диваны кожаные, потому что для меня не холодные. Для лета, может быть, как-то еще как-никак не шло. Вот. А для этого не представляю. И тут как вот вроде бы с внутренней стороны, с обратной стороны, как будто как прорезиненная, что ли. Да, прорезиненная основа такая вот, видите, с обратной стороны. Сверху плюш, внутри поролон, а с этой стороны, ну, чтобы не скользил коврик, я так думаю. И влага. Да, видите, дырочки, чтобы влага выходила, то есть его можно будет еще потом просушить. Ну вот и все, я вам решила больше ничего не показывать из распродажи. Чтобы не вскрывать пакеты всех консультантов, решил показать вам только исключительно свои вещи, купленные на заказ. И те, кто не является консультантом, есть ссылка для регистрации внизу этого видео. Вы можете перейти, заполнить регистрационную форму, и таким образом вы получаете скидку 20%. Распространять не обязательно, это просто вам предоставляется возможность, как с любого интернет-магазина, заказывать. Но заказывать со скидкой, потому что не в любом интернет-магазине, далеко не в любом, действуют какие-то акции. Плюс еще есть у нас накопительная программа, то есть все баллы по вашим заказам суммируются, и вы за это получаете подарки. Тоже такой системы нет практически нигде, ни в одном магазине вы не встретите. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. И всем пока-пока.